А это еще и держать надо. Саурон. Вот эта вот карта говно. Не знаю, пока что мне не нравится. Я хочу прокачать коллекцию. Тут еще 200 кредитов можно получить. Вот кто бы что ни говорил, мне пофиг уже. Ого, сразу бесконечно можно получить. Но она такая плохая. Зачем мне Саурон бесконечно? Он такой плохой. Очень плохой. Вот этот человек-муравей хотя бы бесконечный. Вонг, это крутая карта, Вонг, Вонг. Это я удачно сделал. Покрытие из фольги, оно всегда из фольги походу. Это самое хреновое, что есть. Самое хреновое из фольги. Что тут еще можно улучшить классно? Редкая. 100 жетонов. Ну нафиг мне Саурон, спрашивает. Просто не понимаю, нафига он мне. А, подожди-ка, а можно прям тут? А чё, у меня не... А, во. Хотя бы Айсмана. Я ж думал, ничего нет. Почему оно сразу не показывается? Вот бы сразу показывалось, смогу улучшить или нет. Я еще отсортировал все. Найткраулер никогда не бывает лишним. Найткраулер! И я почти у ключа. Адская корова, нормально. Вот это тоже для сброса топ. Была не была магнета. Вот это я профит получил. Хотя бы до редкой. Да, вот он ключ. Мне надо эволюшена получить. Да, я получил его. Я получил. Просто все карты сейчас пытаюсь ловить нормально. Вот это крутяк. Не знаю, Йонду мне уже так сильно не нравится.
Вот Скорпион еще был лучше. Скорпионыш. Мистик. Двести кредитов, это хороший лоб. Шторма. Не знаю, про мэри ничего не могу сказать. Снижает силу остальных ваших карт на один. Ничего не могу сказать. Не использую. Как я мог до этого использовать, да? Как возможно использовать, если у тебя этой карты не было? Ну, редко видел. В основном фигня. То, что я видел, это фигня с этой мэри. А вот то, что я получил две карты крутых, это вот самое то. А то и три. В общем, и на сброс наполучал, и на баф всех карт, которые без способности. Много чего было. Еще один тайник. Вот он, Evolution. Он реально крутой. Так шибыть, давай уже курлыку возьмем. Саурон. Око Саурон. Даже шокер пригодится. Даже шокер молодец. Что я вам могу сказать? 895 уровень, это уже сильно. Сейчас смотрим, что я получил последнее. Мы получили Мэри, мы получили Хайт Эволюшенери, Магнета, это было. Это я просто дошел до Инфинити. Так, из нового Мэри, Эволюшенери, Хелкоу, Вонг, очень крутая карта Вонг. Я ее очень сильно хотел. Я хотел Эволюшенери. Патриот хотел, но хотя бы Эволюшенери. Вонг у нас есть. Появился Дракула. Это надо смотреть, это рандом. Хотя можно заточить под нее все. На сбрасывать карты. Я думаю, довольно-таки много карт мы получили. Ну вот, на следующем стриме соберем тогда новые колоды. У нас будет колода Вонга, колода на сброс тогда. Что еще можно сделать? А, через Evolutionary. Так что всем спасибо, кто пришел. Всем успехов. Я, в принципе, не жалею то, что 2000 золота.